Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Лайков Гейм, добро пожаловать на прохождение метро Exodus истории Сэма. Мы продолжаем. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, я же сказал, что... да? Так, слушай, а это что у нас? Слышите? Я голоса слышу. Так, дайте мне тогда пистолетик достать. Слушай, а можно как-нибудь проникнуть туда? Тут в заборе дырка есть? Что-нибудь такое? Ну, ты, я так понимаю, это пожарный же депо, да? Мы уже пришли. Наконец-то. Я сколько, блин, серий к этому шел? Серии 3-4, да? Если обойдем, посмотрим, может быть, есть вход. Тихо. Ой, а тут мины. Блин, а я в кустах вообще ее фиг увижу. Где-то передо мной должна быть. Тихо. Где-то... Вы видите? Как-то странно. Сначала тут показывают, потом налево. А, тут растяжка у нас. Выключим тогда фонарик. Так, еще растяжка, да? Ну, покажись. Кстати, пиликает, но не вижу где. А, вон там. Где-то, но тут за забором. Так, вот она. Угу. Так, где она у нас? Давайте я заберу. Так, я забрал? Нет. Я забрал вроде бы. Так, наверх. Нельзя, да, никак забраться. Слушай, а это бандиты или кто они? Миролюбивые. Где? Еще тут где-то растяжка. А где он длится? Что-то ты не мучился? Я думал, тут растяжка, но он, как видите, показывает. Вообще вплотную где-то. Угу, вот она. Ага, там еще у нас хабарчик. Слушай, такое ощущение, как будто можно наверх подняться, вот тут эти. Все вы уроды! Убей мьютанта, спаси the earth! Yep.
Так и тут кто-то шел, я видел. Давайте его сразу зачпокаю, наверное, да? Чтобы он нам не мешался. Он тут патруль крутит, вертит. Да-да, это пожарка. Угу. Так, слушай, да чувак не пойдет? Надеюсь, не пойдет. Я так думаю, на втором этаже, да, где-то у нас костюмчики защитные. Это мы, ага. Это мы тут на улицу выходим. Ничего личного, собачка. Так, мне теперь надо лестницу наверх найти где-то. Ну, потому что по шестам это, как бы, я так понимаю, это... То есть это сверху или снизу, или... Не, надо вот это еще проверить вот тут. Вон, видите, там еще что-то, какой-то подвальчик. А, ну это, видите, еще можно было через этот туннель, да, зайти. Все, тут ничего нет у нас. Тут целый мне нужно будет депо, что ли, зачищать. Где же у нас лестница находится? Надо к шестам подойти, на всякий случай, может быть. А, вон лестница, смотрите. Ага. Так, я здесь был, да, здесь был собакен. Опа. Не, ничего нет. Так, по машинам. Тоже добраться нельзя, да? Так, а вас двое или ты один? Ты один тут.
Так, а к нему? Нет, к нему отсюда никто не зайдет, здесь окошко. Вот она, лестница еще. Ничего нет. Потихоньку продвигаемся, ребят. Не шумим. Главное, не шумим. Может был, конечно, с двух ног. Блин, пес там, да? Че, палач, зашкерился тут, да? Сиди, сиди, собака. Ты вот думаешь, что у тебя жизнь собачья, да? Херня, это у меня жизнь собачья. Блин, а он сейчас поднимет тревогу. А тебе вообще зашибись. Я б с тобой поменялся. Сидишь, язык свесил, сопишь. Ничего тебя не парит, ничего не колышет. А, я б так жил. Так, вроде бы it's okay. Зря вы подлодочных постреляли. Чё это? Пахан их новый, кот. Я поспрашивал. Он не первый раз во Владике. После войны тут промышлял. Есть еще кто помнит? А, ну и? И не понравилось мне, как его помнят. Послушай, так под дурачка он только косит. Ходит фрейрок, лыбу давит. Давайте жить дружно. А потом раз, бригада под него ушла. А кто был против, все умерли. Ой, их тут много. Значит, бригады были. Там еще, видите, как те подлодочные. А нас так просто не возьмешь. Мы их все как овец стричь будем. Тут главное самим стриженными не остаться. Там про серьезных людей речь шла. Тоже думали, что какой-то кот таким матерым волчарам не опасен. Плохо кончили. Вот придется прикинь, одного чпокать, ребят. Теперь с подлодочными вместе. Ты это хочешь, чтобы я испугался? Как ты не очень работает. Знаю, это не про нас бояться. Да вот притихнуть. Братва! Ну, ты че, где кулак? Прикиньте, он еще, блин. Хотя можно было, знаете, вот прокрасться, наверное. Ну ладно, уже подняли тревогу. Кстати, здесь можно было пройти. Уж и реально. Там идут душевые. Ты чисто покажись мне. Туалеты. Еще малыш. Открой, падла! Убивать тебя будем!
открывай, а то убьем нахер! Это, короче, ты понял, убивать мы тебя так и так будем. Но ты лучше открывай. Да, ты в ловушке. Либо мы тебя пристрелим, либо от голода там подыхать будешь. А это долго. Открывай, тебе это лучше будет. Слушай, там же это, канавка наша, которая вниз, он по ней может. Иди ты с тобой, как ты до своих лет дошел. Вот и второй костюмчик для капитана. Отлично. Эд, Сэм Коллан, костюмы у меня. Отлично, Сэм. Встречаемся у штаба флота. Как понял? Все окей. У штаба флота. Конец связи. Долбится тут. Так, здесь закрыто. Подожди, я замок, замка нет, сбить. Нет. Царить. Так. Тут противогаз можно, кстати, поменять, да? Но он у меня целый, противогаз мой. Давай поменяем, может, это какой-то крутой противогаз. Ага, мы еще тут пульки можем накрафтить сейчас, ребят, с вами. Это хорошо. Так. Малява, эй, малява! Так, разнесаю вам... Так, подожди, это же малява, это же надо такая. Разнесяю всем один раз, чтобы потом разговору не было. Серый, конкретная крыса, увел из крайней партии цинка патронов. Крячий ему всю по делу предъявил. И цинка-то получается по справедливости. Хвост, который крича подрезал, беспредельщик получается. И сам это понимает, развалил. Значит, долг каждого нормального мужика. Валить хвоста без разговора наглухо. Эти псы сюда еще раз явятся. Валить их обоих, вы поняли? Пока их Серафим на болоте... Хотя я не знаю, наверное, не так разговор, жаргон должен быть. Пока их Серафим на болоте не сожрет, караул на вышке сменять каждые 2 часа. Ночью каждый час за ночный прицел от винтовки отвечает головами. У нас таких больше нет, Филин. Вот так. Так, подождите-ка. Так, а тут что у нас? Нет? Не надо электроэнергию включать? Нет. Так, все, я все обыскал, да? Давайте мы тут что-нибудь накрафтим. Для костюмчика, во-первых. Что-то там у нас появилось. Улучшенные фильтры. Данные фильтры используются в волокнистые фильтры. Так, материал большим количеством... Что увеличивает суммарное время жизни фильтра. А, это хорошо, это хорошо. Так, давайте посмотрим по... Так, чистое, вот это чуть-чуть. 24 минуты, ну нормально, в принципе. It's okay, можно до 25 минут. Так, пистолетные мы пополнили. Это полные. Так, все полное у нас, да. Ой, красота, ребята. Красота, давайте, наверное, до 30 минут доведу вот так. Все, остальное оставим на всякий случай. И я так понимаю, нам сюда, да. Кто в теремочке живет? Тук-тук. Вон он, наверху! Канатки лезет! Так, подожди, да я... Не пущать! Не пущать! Красота, благодать. Кстати, у меня, блин, последние несколько этот превьюхи прям такие слабые получились. То я даже не знаю, может быть, тут какую-нибудь превьюху сделаю города разрушенного. Вали, здорово. Ой, господи, страшно. Очень страшно. Так, подожди, а где лестница?
А лестница нас связала. Быстрее, 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 быстрее. Так, тихо. Дайте я еще раз осмотрюсь. Еще когда последний раз тут больше не будем с вами. Что интересного у нас тут? Дома все разрушенные, смотрите. Так, а это что у нас за здание? Понятно, какое-то здание. Ладно. Посмотрели, как говорится, и хватит. Так, дайте карту глянуть. Не пынва. Куда нам? Где мы вообще? Ой, мы там, у нас еще два секретика. Ну ладно, мы уже их, походу, все уже точно не залутаем эти два секретика. Так что, подожди. Мины и растяжка. Ой, подожди. Жена, да. На неизвлекаемость ставить не умеют. Amateurs. Так. Блин, плотную. А, вот он, нифига себе. Слушай, ну не просто же так тут. Так, товарищ. Тамбовский волк, я товарищ. Записка серва. Походу, отсюда уже не выбраться. Это падла. С крыльями ждет. Я только Хари высунул. Она из рощи как выскочит, сразу треск, грохот, дальше хер пойми. Что было? Походу, эта сука на меня. Хватит пытается. Охоту. На меня, короче, развелась, я понял. Но... Ну, ложанулся. Только когтем бок распала... Чё распанахала? Что я не знаю, что за слово? Распаналахала, ёшкин кот. Я прител... так, я обратно в развалины. Рану зажил, но кровь все идет. Ох, сволочь. Хвост, если не дождусь... Хвоста, это из Гарри Поттера хвост, да, который? Хвост, если не дождусь, воткни хрящу затылок. Брюхо по старой дружбе, серый. Кстати, вот это про них говорили, которые они патроны скоммуниздили. Так, еще. И что? Все? Столик есть, кстати. А, вот он, кстати, говорит, видите, это сволочи, значит, я сейчас махаться буду с ним. Махаться, эй. Это, кстати... Видите, столик, потому что есть, чтобы патрошки создать, я так понял. Так, а куда? А Какин? Тут трава, тут трава, тут вода. А вот сюда, в эту сторону, наверное. Господи ты мой, я сейчас испугался. Ну-ка иди сюда. Где огонь? Разве? Ёшкин дождь! Чё дальше? Так отвали! Еще и этих не хватало.
А где-где? С какой? Второй сейчас, наверное, не надо было стрелять, да? Стой, 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 убери, убери! Где он? Не вижу, с какой стороны они. Сейчас ждите. Как же ты умрешь, чувак? Так, где вы собираетесь? Только давай. Так, опять эти. Чё, потемнело, блин. Что? Короче, плюс-минус я дошел до этого момента, потому что меня с самого начала кинуло. Потемнело тут. Я еще понял, у меня еще и радиация. Блин, ничего не видно. Еще радиация где, короче. Я же стрелял, нет? Радиация меня еще долбит. Сохраниться, кстати, тут нельзя, да? Так, давай, колюсь на всякий случай. Вот где они? Так, еще одна. Блин, устал еще. Надо восстанавливать, чувак. Конечно, все, дерганый кадр. Хотя вот этот можно. Кадр поместить. Вот она, зверюга, которая всю игру меня преследовала. Опа, ошибка такая. Так, а куда нам теперь? Туда? Туда? Иди нам вообще туда. Тут, видите, тут уже тупик. Так, все. Дождик прошел.
конечно, идем. Мы не отсюда пришли. Наверное, сейчас я доберусь до развалин. Тихо, чё? Здравствуйте, а не подскажете, где здесь библиотека находится? Не подскажете. Какое-то болото я зашел. Как я слышу, что ты сзади бежишь. Подохни! Подохни! Есть что-нибудь у нас тут? Босс какие-то. Не вижу тебя. Так, нет, зачем ты фильтр? Я R хотел нажать, тормоз, а не фильтр поменять. I could use this. Так, я снимаю, так получается, да? Короче, давайте мы тогда тут свое место остановимся. Я не знаю, куда я пришел. Да, тут, в принципе, продолжится эта основная мета. С вами был Лайкоп, всем пока.